Здравствуйте, друзья! Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как фанаты поздравляют продажных артистов. Валера Кипелов. Валера, кто не знает, поддерживает Путина и поддерживает войну. Почему мы сегодня здесь? Ну, потому что мы всегда со своими ребятами. Это наше кредо, и никогда никаких сомнений у нас в этом плане не было. В госпиталях, были на полигонах. Были у ребят десантников. Ребята, мы с вами. Берегите себя. Победа будет за нами. Валерчик, принимай поздравления. Кусок говна. В жизни полный антипод своих песен. Освободился от чести, от воли и разума. Он предал саму суть рока, свободу. Топовый поклонник написал. Держи тортик. 211 лайков. Освободился от здравого смысла, потерял и совесть, и голос. Давно выкипел. Не Кипелов, а Остывалов. С годами он стал гнилым. Славу нарабатывал годами, опернул, что он за массовое убийство. И все, для меня стал просто никем. Умнее не стал, а свободы не видел. И не увидит. Он так и не понял смысла ни в одной из песен, которых он пел. Главное разочарование в музыке за последние годы. Теперь даже старые песни не могу слушать.